Дорогие наши, посмотрите, что мне нравится больше всего в этом платье. Это, во-первых, размерный ряд от 46 до 60. То есть пышные красотки могут почувствовать себя настоящей богиней, дорогие мои. Что еще мне нравится? То, что это эффект 2 в 1. Как будто бы нарядная блестящая блуза на вас надета и вот такая вот стройненькая юбочка. Кстати, да. Здесь и нарядный верх, и стройный низ. Но смотрите, Оля демонстрирует вам темно-синий вариант платья, но у нас для вас есть сюрприз. Во-первых, классический черный цвет. Мы тоже его не обошли стороной. Встречайте нашу модель Юлию. Она ростом 178 сантиметров. Конечно же, на ней платье сидит в более укороченном формате. Мы видим, что у Оли элегантная длина, прикрывающая колени. У нее рост 168 сантиметров, а у нашей модели Юли 178. Но я вам обещала все-таки еще одну расцветку. Мы обязательно к ней вернемся, когда выйдет наша следующая модель, и покажем вам еще один цвет. А я пока хочу показать вам, почему нарядный верх и почему мы рекомендуем это платье сейчас носить. Потому что, смотрите, вы его можете носить под плащ, как это делает Оля. Вы можете это платье надевать всю зиму, на любой праздник, на любой корпоратив, на Новый год. Вы понимаете, что поводов носить это платье, их масса. Ну и, конечно же, темно-синий цвет – это не банально. Посмотрите, это интересно. И главное в этом платье – это, конечно же, ткань. Вот вам может показаться, что это нашитые блестки. Нет, это не так. Это платье, которое было на производстве создано. Вот эта ткань, из нее было сшит верх нашего нарядного платья. Но я знаю, что многие наши телезрители задаются вопросом, как ухаживать за этой красотой. Вы должны понимать, что можно стирать даже в стиральной машине. Не переживайте, это не приклеенные стразы. Нет, это ткань, как я уже сказала, которую вы можете спокойно стирать в стиральной машине, не переживая за ее сохранность. Давайте еще раз посмотрим рисунок, который воссоздается нашими красивыми напылениями, которые сделаны на производстве. Посмотрите, вы можете сколько угодно раз стирать, но с этим платьем ничего не случится. Не бойтесь, блески не покинут ваше блестящее предложение. Это я про платье Валенсия. А вот теперь мы в полном составе. Три цвета на выбор. Красный, черный или темно-синий. Какой цвет нравится именно вам? И как вы будете носить платье Валенсия? Я правильно задала вопрос. Именно как вы будете носить? А я смотрю, думаю, что это за нарядная блуза на нашей Лизавете красного цвета? На самом деле, наша Лизавета выбирает носить платье Валенсия как блузу и сочетает ее с темно-синей юбкой Надин. Вот красный цвет. Это ваш выбор, потому что у нас есть не только классические цвета, у нас есть еще и яркие расцветки. Итак, дорогие мои, обратите внимание, что вы можете экспериментировать с этим платьем. Это не просто платье, это еще и платье с мини-юбкой 2 в 1. Это полноценная блуза, это и туника по цене меньше 3000 рублей. Позвоните прямо сейчас, будьте красивы, и мы ждем ваших звонков. Мы делаем красивыми каждый день многих-многих модниц России, и мы предлагаем вам вот это яркое, нарядное, сочное платье черного, синего, красного цвета на выбор для вас. Выбирайте платье Валенсия, и вам отныне не страшны приглашения на вечеринки, корпоративы, неожиданные дни рождения подруг, потому что теперь у вас есть что надеть. Итак, платье Валенсия, выбор Ольги Грядуновой также сегодня. Ты знаешь, я о чем подумала, а почему бы в таком виде не пожаловать на работу? Почему бы и нет? Посмотрите, ну вот немножечко юбочку так опустили до колена, все нормально, а вечером с подружками куда-то собирались, юбочку приподнимем, и вот они вот такие красивые. Знаете, что больше всего мне здесь нравится? Блески отвлекают внимание от проблемных зон. Животика моего здесь совсем не видно. Длина подходящая, да я вообще могу руководить своей длиной. Повыше, покороче сделать мини. Могу пониже приспустить, чтобы закрыть свои колени. И вы сами наверняка знаете, как вам лучше, какой длины лучше вам идут ваши платья. Так вот, знайте сами, выберите длину. Это темно-синий вариант для вас с блестками. Также у нас есть красный, давайте посмотрим на подиум. И черная вариация. Выбирайте скорее свой размер, свой цвет. И звоните, и заказывайте. Итак, синий, черный или красный?
красный, а лучше два цвета, чтобы быть разной. Отправляясь на дискотеку, на корпоратив, отправляясь на день рождения к подруге, на день рождения к своему боссу, с мужем на прогулку, вы знаете, что вы теперь великолепны, вы неотразимы в нашем платье «Валенсия».